Всем привет! Сегодня мы на новой геолокации. И вот для этого маленького домика будем бурить скважину. Заказчик с рабочим пока бегают, ведра набирают с водой. А с вами Влад Леший. И вы на канале Скважина от Лешего. Вот пока наполняет ведрами, таскает из пруда вот ванну сюда. Сейчас еще тазы заполнят. О, я не увидел, как они ведро взяли, сейчас его сломают. А буриться будем вот в этой пристройке. Вот здесь. Ну что, разгружаем машину и копаем приемки. Ну вот, друзья, заполнились 1,5 метра в земле. 2 слива у меня приема, где Валера стоит. Идет глина. Вот такая. Ну, естественно, тут она и копалась. Глина была. Пока идет глина. Ну вот, будем смотреть дальше. Ну вот, 4,5 метра в земле. Идет та же самая глина. Без изменений. Хорошие нарезки. Но без изменений. Соответственно, никаких поглощений нету. Ну, идем дальше. Пока радуюсь, что просто режется хорошо и не попадаются камни. Пока не попадаются. Ну вот, 6 метров в земле. Почти без изменений. Песка не появилось, но глина сменилась. С 5 метров пошла синяя глина. Вот такая синюшная глинка. Ну, ждем песочка. Надеюсь, сейчас скоро появится уже. Сейчас синюю глину пройдем. Вот на 7,5 метрах, 7,5 штанга земле, на ручках почувствовал песочек. Вот это идет глинка. Глинка или что здесь? Да, это глина. Вот, вот это уже у нас песок. Песочек. Очень мелкий, с глиной еще. Но уже песок. Пока мелковатый. Почти 9 метров в земле. Ну, 8,5, будем так говорить. Песок пошел. Хороший песочек с камушками. Поглощения, в принципе, поглощения нет. Но, опять же, поглощения может и не быть, потому что все 7,5 метров глина шла. Я раствор не сбрасывал. Я на поглощение внимания особо не обращаю. Будут маленькие, да и хорошо. Главное, что песок водоносный был. Кто давно занимается, так уже понимает, что это водоносный песок или не водоносный. А вот это для моих друзей из Переславля. Кто не верит, что в Переславле есть юра. Где тут солнышко-то? На солнышко выйти. Вот. Вот она, юра-то. Там маленькая прослойка совсем была. Но именно это юра. Цепанул я юру здесь. И притом на 9 метрах я ее цепанул. Вот черная. Вот чернота. Вот она юра. Это кто не верит, что в Переславле есть юра? Маленькая прослоечка, но она была. После нее опять песочек пошел. Вот она. Так что бывает. Ну, друзья мои, этой юры было буквально 10 сантиметров. Вот она, чернотой истекает здесь.
Прямо видно, что чернота. Хорошо, что ее мало было. Это мне песочек. Чистенький, хороший песочек с хорошими поглощениями на целый метр. Так что принято решение, сейчас на 10 метров буду обсаживаться. Дальше не пойду. Там камни пошли уже. Здесь хорошая вода будет. А человеку нужна техническая вода. Вот, надеюсь, она еще будет чистая. Сейчас посмотрим. Ну вот, осадился я на 10,5 метров. Все хорошо. Все отлично зашло. Без всяких проблем. Да, я понимаю, что юра всего лишь 10 сантиметров была, но я знал, что здесь бывает ловит юру, когда бурится в этом районе. Вот, и я думал, что я пойду ниже юры по-любому. Но опять же, метров на 5 бы я пошел бы. Дальше, если бы он не закончился, наверное, бы остановился. Нет, и выше песочек был. Такой неплохой. И после юры вообще замечательный был. Ну, просто классный песок. Ну, конечно, не супер какой-то там такой. Но... Вот он, вот. Еще бы фокус поймал камеры. Ну, поймай фокус. Ну, песок хороший. Песочек очень даже достойный. Поглощения начались, хотя я не сбрасывал раствор. Он густой был. Но я на поглощение не ориентировался, но поглощения были. Вот, обсадился. Сейчас будем промывать и поднимать воду. Ну и начали мы промывку. Будем промывать это чистой воды. Здесь очень хорошо глина замыта, поэтому, надеюсь, промоемся. Ну вот уже чистенькая водичка идет. Сейчас ванну качаем и запускаемся. Ну что, первый запуск. Стартуем, посмотрим, что будет. Это вода промывочная. Это с кавалеру сливать. Это промывочная скважина, которую мы промывались. Вот, смотрите, водомотка. Черная вода идет. Просто обалденный встретил. Нашел себе пока так. Мы сейчас гидрики поделаем, раскачаем. Будет видно. Ну, чудо не случилось. Не случилось в том плане, что дебит был 450 литров. Меня это не устроило. Начал приподнимать фильтр. Потому что обсадился на 10,5, а там до 7,5 шел песок. Вот, после этого вода все хуже, хуже, меньше, меньше, и вообще упала. Пришлось вытащить трубу. И перебуриваемся. Вот решил еще одну штангу сделать, это будет на 12 метров. Вот там сейчас камни. Если слышно, мы по камням идем. Не знаю, пройду эти камни, не пройду. Пройду, значит будет замечательно. Ну вот, попытка номер 2. Планк очень длинный. Надо замерить дебит. Посмотреть сколько. Если опять же 450, то вверх поднимать я уже не буду. Ну что, друзья, 485 литров в час. Заказчик доволен. Вода идеально чистая. Вода вкусная. Очень вкусная водичка. А с вами был Влад Пеший. Оставайтесь со мной. И дальше будет еще интереснее. Вот посоединили диван. На 1200. Давление набирает.
Оп! Вот! Фантастика! Мы ее победили. Вот такой насосик. Теперь открываем экран. Ой. В одну руку не могу. Откроешь, Саш. Оп, давай. Открой, пол. Это хорошо. Давление падает, ты должен включиться. Закрывай. Ура! Ура! Ну, короче, ладно, схема ясна.